Обследуют монолитные балки правого и левого путепроводов. На Минаево продолжается реконструкция мостового перехода. Работы у строителей достаточно. На данный момент инженеры проводят оценку уже установленных балок. Они были установлены в середине 90-х годов. Специализированная компания провела оценку технического состояния. После результатов проверки, которые озвучат в марте, будет решено, оставлять старые балки или возводить новые. У нас по проектной документации мы используем и новые, как и новые, так и старые балки. То есть часть мы закупаем новые на трамвайную часть, то есть на среднюю часть. И вот как раз-таки для правой и для левой части путепровода мы будем испытывать балки. И какие пройдут, будем применять для дальнейшего использования на правой и левой части конструкции. Также на переправе продолжается устройство свайного поля под опоры путепровода. Вдоль опоры линии электропередач начали заливать подпорную стенку. А со стороны Свияжского пляжа продолжают переносить тепломагистрали. Уже смонтировано 350 метров нового трубопровода. В створе улиц Шевченко и Смычки идет строительство новой переправы. У строителей трудностей не возникает. Объект будет сдан в соответствии с графиком. На сегодняшний день бетонные работы по возведению опор сделаны на 65%. Это полноценно 4 опоры, 1, 2, 3, 4. Пятая опора – это 20 бурнобивных слай. Восьмая опора – 20 бурнобивных слай. 17-я, 7-я опора. На сегодняшний день делаем последний слай из 20. Работы по строительству и реконструкции мостовых сооружений проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На капитальный ремонт 10 мостов в этом году из областного бюджета выделят почти 800 миллионов рублей. Привлечены и федеральные средства губернатором Алексеем Русских. Сдать новый мост Шевченко-Смычки обещают уже в ноябре. Реконструкцию Минаевского моста, включая строительство развязки, в планах завершить в сентябре 2024 года. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УлПравда ТВ.